Сегодня в стране отмечают День российского студенчества. Широкие гуляния прошли и в вузах республики, а в Чувашском государственном университете к празднику подготовили креативную программу. Традиция в вузе прижилась давно. Каждый год 25 января в Чувашском государственном университете исполняют гимн всех студентов «Гаудеамус». Его слова в ЧГУ знакомы многим, хору подпевали и преподаватели, и студенты. Нынешний Татьянин день для вуза станет знаковым. Сегодня у университета появился собственный талисман. Символом ЧГУ стала сова. Студенты придумали ей имя – Ульян. Этот образ выбирали на протяжении месяца. На конкурс прислали большое количество работ. Было прислано более 25 заявок. Разные образы присылали. Были белый тигр, мамонт, иволга, орел, даже суслик был. Поэтому конкурсная комиссия серьезно подошла к вопросу выбора и приняла решение о том, что сова является, скажем так, оптимальным выражением творческой мысли, мудрости, знаний.